лет я продолжаю исследовать достопримечательности Московской области. Сейчас я еду в место, которое называется Новоиерусалимский монастырь. Находится он приблизительно около часа езды по Новорижскому шоссе в сторону Волоколамска, то есть на север. И если вы когда-то слышали о нем, прекрасно. Если электрички ходят от Курского вокзала, Рижского вокзала, по-моему, от станции метро Тушино. Я сам на электричке именно до монастыря не ездил, но вроде вот МЦД, которая, МЦД-2, она идет, и остановка называется Новоиерусалимская. Станция Новоиерусалимская по карте. И вот тропа. Тропа и вот монастырь. Также, ну смотрите, по-моему, есть остановка, значит, Истра, и есть Новоиерусалимская. Вот вам туда. Находится, потому что он в Истре. Находится он в Истре. А там дальше, ну, уже в зоне пешей доступности, в принципе. Там минут 20 пешком, и вы на месте. Прямо перед монастырем парковочка. Вот монастырчик. Новоиерусалимский монастырь – это мужской монастырь Русской Православной Церкви, основанный в 1656 году. Комплекс состоит из трех храмов. В Новоиерусалимском монастыре, как и в Иерусалиме, вход в храм расположен с южной стороны. В восточной части находится подземная церковь святых Константина и Елены. Церковь уходит под землю на глубину 6 метров. На территории монастыря находятся древние храмы, построенные в конце 17 века. Храм – полная копия Иерусалимского храма в Израиле. А рядом с монастырем находится один из самых больших музеев Подмосковья – музей «Новый Иерусалим». Поэтому я, честно говоря, удивлен. Велодорожка, ребята. Велодорожка, и уходит она туда. И идет она вдоль монастыря. Интересно покататься. Это новость для меня. Я, как любитель велосипедов, с удовольствием бы погонял. Если вы хотите не просто приехать и посмотреть, скажем, монастырь, а хотите еще и погулять, то могу вам сказать определенно, что здесь вокруг монастыря множество различных дорожек, можно так сказать, дорожек и троп, лес, и есть река Иордан, называется. Очень большая ошибка, что я не взял с собой спрей от комаров, потому что меня искусали всего напрочь. Тропа прорезиненная, мягенькая, аж пробежаться захотелось. Ну, если вы приехали в монастырь сюда, то вы, конечно же, проголодаетесь. Ну, если вы не взяли с собой какой-нибудь паёк. Вот и я проголодался. И пришел я сюда перекусить. Но на часах у меня уже 7:20, и все закрыто. Вход в монастырь закрыт. Выпечка закрыта. Монахи
не знаю где, не успел, опоздал, не поел. И вот напротив меня гостиница, две гостиницы. Одна гостиница восточная, другая гостиница западная.